Доброй раницы, Беларусь! Доброе утро, страна! Как мы обещали, прямо сейчас мы уже готовы провести зарядку. И сегодня нам поможет в этом Елена Салапина. Один день до лета. Что делать? Можно ли вообще что-то сделать? Ну что можно сделать? Если как мы раньше спортсмены гоняли вес, это, конечно, реально там за 4 часа согнать 6 килограмм. Но потом тебе очень плохо. Потом они вернутся. Да, потом они все равно возвращаются. Поэтому уже ничего не делать, надо все воспринимать так, как есть. Получайте удовольствие и покупайте одежду на размер больше. Ну что, что мы сегодня покажем? Сегодня я хочу вам показать динамичную планку. Как можно выполнять планку 2 минуты и при этом не сдаваться. Я вам покажу, мы будем делать 6 упражнений в динамичной планке по 20 секунд. И будем постоянно менять упражнения. Становимся упор на локти. Вытянутые ноги на носочки, мышцы пресса держим в тонусе, поясницу мы не прогибаем. Мы стоим 20 секунд на локтях, следим за дыханием, мышцы пресса не расслабляем. Если вдруг таз опускается вниз, вы поднимаете его наверх. Но есть вот маленькая хитрость, я учу своих клиентов, да, что если очень тяжело держать планку, значит таз поднимаем повыше. Делаем больше круглую спину и отдаем акцент на пресс. Конечно, это хитрость, но однако все же говорят, что это неправильно, что нужно терпеть, держаться и кор держать в абсолютно ровном состоянии. Здесь зависит от того, ты хочешь подольше продержаться или правильно. Ну, я считаю, что это неправильно, так как не у всех хороший пресс, и тогда дается большая нагрузка на поясницу, и можно надорвать поясницу. Вот хитрая Лена. Так а ведь суть-то в том, чтобы выдержать долг. Смотри, я ее заговариваю и не даю ей сделать следующее. Проверяю, сколько же у нас Лена выдержит. Вот когда мышцы привыкают, тогда уже можно и больше напрягать. Лена еще и говорит во время планки. Давай уже показывай. Я дышать не могу. Вводим на вытянутые руки. Добавляем колено, подтягиваем вперед. Это вот как раз динамичная планка, да, про что мы говорили. Да, уже пошла динамичная. Мы выполняем 20 секунд. Подтянули колено, затем мы подтягиваем накрест. Колено на подтягивание. И делаем выдох. Контролируем пресс, спину. Затем мы с вами таз поднимаем вверх, ножки разводим пошире и выполняем скручивание таза вправо-влево. Таз пола не касается, но мы максимально тянем вниз его. Здесь тоже поработали 20 секунд. Затем мы ножки ставим вместе, поднимаем таз максимально вверх и опускаем вниз. Но сильно вниз мы не тянем, не прогибаем поясницу. Вверх. И вниз. Здесь почему-то тоже работаем 20 секунд. Наши телезрители возьмут огромный интерес к этому упражнению. Не знаю почему. Вот почему-то я просто уверена, вот чувствую, что все уже отправились сделать вот подобную планку. Даже я уже устал, честно говоря, потому что это так не просто со стороны. А представляете, когда вот делать так, как Лена. Лен, спасибо большое. Мы уже можем тебя отпустить, потому спасибо. Что на самом деле не так просто. Спасибо большое. Если уже не заболел пресс, это уже первый пункт к тому, что нужно заканчивать нашу тренировку. Спасибо большое, Лен.